поверхность ног, вытягиваем спину. Стоим, стоим, стоим. Ага. И левая нога, шаг вперед. Все так же, шагнули к рукам. Сзади прижали стопу к полу. Постарайтесь, чтобы у вас сзади пятка не поднималась. Да? Спрутка сильная, но это не я придумала эту позу, так что... А впереди угол коленей 90 градусов, таз направлен точно в пол. Вытягиваемся вперед, подтолкнули себя и скрутка влево. Плечо отталкивается от бедра, ладони в центре.